Патриот России, ну, наверное, который любит Россию больше всего, который что-то старается сделать для России. Это обычный русский мужик. Семья, работа, армия. По сущности, патриот России – тут человек, который ее любит, который готов за нее отдать и душу, и здоровье, и жизнь. А вообще, в принципе, в обычных условиях работать на благо процветания. Человек, который любит Россию, несмотря ни на все, он все равно, ну, как бы, за Россию и не боится признаться в этом. Прежде всего, любящий Родину, охраняющий ее ценности, мы говорим о России, и воспитывающий в духе этих ценностей свое поколение, для того, чтобы этот дух патриотизма передавать дальше. Бороться за народ, помогать друзьям. И развиваться, и Севастополь не забывать. Должен быть, защищать страну нашу. И всегда смотреть, что делать надо. Тот, который за страну не обращает внимания на какие-то мелкие житейские неурядицы, а все-таки руководствуется именно интересами страны. Патриот России – это человек, который любит свою страну и желает сделать ее лучше всеми силами, несмотря на любые трудности.